меняю галстуки не только потому, что хочется похвастаться, хотя это тоже, потому что когда я записала видео про пионерку, в общем-то, для того, чтобы его, вернее, записать, мне нужен был красный галстук. Я вспомнила, что когда-то я их обожала. Они, в общем, у меня там есть целые залежи коробка, которые я давно не надеваю. Вот, я и открыла, про нее вспомнила. И сегодня, видите, вот то в одном, то в другом. И не только потому, что я хочу там, в общем-то, похвастаться своей коллекцией, а еще потому, что мне гораздо удобнее монтировать видео, потому что я записываю несколько в день. Вот. И потом мне на компьютере удобнее знать, что это не то же самое, что бывают иногда кусочки. Я сегодня таратурю, наверное, но хочу, знаете, о чем поговорить? Господи, забыла, пока трындела про галстуки. А, вспомнила. Ну, книжка подходит к концу. Я не знаю, может быть, когда уже это видео будет обработана, уже книжка закончится, конечно, потому что осталось, в общем-то, 2-3 дня, если горяну огнем. И я хочу, в общем-то, поговорить вот о чем. На протяжении всей книги, в общем, кто-то из вас, или все вместе, или по очереди, вы все время не кричите, значит, это «Дай Соню! Дай Соню!» Вот. И мне так смешно, потому что вы понимаете, это в книжке, так вообще-то прошло 20 лет, и я не верю в то, что можно любить вот, человека 20 лет и ни с кем вот, быть ему преданным, какая бы ни была любовь. Вот не верю, и все. Можете меня там со мной спорить, это самое. Соня, это, в общем-то, такая детская путеводная звездочка, мечта, которая, в общем-то, где-то там была. Но человек живет дальше. И я уверена, что если человек вот, хранит вот там долгие годы верность, не потому, что он такой хороший, верный и влюблен, потому что ничего лучше не попалось, потому что ничего не перебило. А в том случае перебило. И вообще, сегодня такая интересная у меня мысль, то есть я слушала тут, кстати, философа этого, Филоненко, по-моему, Александра. Кстати, Аленка, спасибо, что ты мне его, в общем-то, тоже презентовала. Мне он очень нравится, очень заходит, и классный такой, значит, этот самый человек. И там у него прозвучала мысль о том, что мы проявляемся только в отношениях. И я тоже всегда думаю, знаете, вот есть, он такой верный, там 20 лет любит. Или он такой набожный, он ушел там куда-то, значит, этот самый отшельник, где-то, значит, там в пещере он там молился Богу. Понимаешь, очень хорошо, очень легко быть верным, очень хорошо, в общем-то, держать аскезу, если ты живешь где-то в пещере. А ты попробуй, приди в город, зайди в бар, посмотри на этих девочек, понимаете, и попробуй не возбудиться и быть верным, это самое, не, так сказать, не впасть в грех. И поэтому, знаете, Уолша, моя любимая книга, вот эта «Беседы с Богом», и он очень хорошо говорит о том, что для чего нужна война. Потому что только в состоянии войны ты можешь понять, кто ты есть, герой или предатель. И действительно, мы проявляемся через отношения с людьми. Конечно, очень удобно, знаете, хотя мой муж очень часто любит, что ты заводишься, знаете, что ты сама заводишься. И мне всегда смешно, я говорю, вы понимаете, сама это, когда ты сидишь вот один в комнате, там, в доме, а потом вдруг ни с того ни с сего выбегаешь с топором и начинаешь гонять соседей. Вот это называется «завелся сам». А когда ты этот самый точишь топор, кстати, по этому поводу, знаете, есть анекдот. Ну, вот, когда один точит топор, идет сосед, говорит, слушай, ты где топор взял? Он так посмотрел по сторонам, приходил, тюкнул его, убил, как там так точит дальше. Где взял? Купил. Вот. И вот из той же серии, знаете, вот если тебя человек довол, вот ты себе там никого не трогаешь, пришел сосед, капал на мозг и не выдержал, его тюкнул, в общем-то, обухом по голове. Так вот это называется довести. И вы знаете, была когда-то такая, по-моему, американская передача «Точка кипения». Я уверена, что самые сдержанные нам рассказывают, что так нельзя, что нужно держать себя в руках. Это просто не ваше. То есть у вас градус кипения совершенно другой. И не надо нам тут рассказывать, что вы такие, вы умеете себя. Да не вы не тренированы, просто у вас психика другая. Вы более, ну, кстати, мы эту тему уже поднимали, это сам. Я просто сейчас хочу сказать о другом.
Что для того, чтобы понять себя, кто ты есть, ты должен взаимодействовать с разными людьми. И ты только через вот и так, и сяк, и эдак, ты тогда проявишь себя, и ты поймешь, какой ты в этой ситуации, как ты ведешь себя в этой. А если, извините меня, все хорошо, вот никого нет, и ты весь такой хранишь верность или веру, понимаете? Это не есть в чистом виде, ну, какая-то на работу. Я считаю, что нарабатывать надо только во взаимодействии. Понимаете, вот. То есть обжарить стейк можно только на горячем масле. А если он будет лежать без ничего, ты никогда не узнаешь, что на этом стейке может быть корочка. Вот. И знаете, как в этом. Ну, в общем, да, где-то такое сравнение. И так что вот такая у меня есть мысль. Если вы со мной не согласны, пожалуйста, спорьте. Если я говорю, девчонки, мальчишки, спорьте, доказывайте, подписывайтесь, лайкайте. И, пожалуйста, пишите свои комментарии на YouTube. Потому что вы мне на моей странице выкладываете целую кучу, а на YouTube у меня 1, 2, 3. Ну, в общем, я вас люблю, целую.